Картофель 2016. 3 и 4 марта в Чебоксарах пройдет межрегиональная отраслевая выставка. О ходе подготовки к экспозиции и других вопросах говорили сегодня на еженедельной планерке у главы республики Михаила Игнатьева. Вот уже восьмой раз столица Чувашии принимает у себя участников межрегиональной выставки картофеля. В выставочном комплексе «Контур» свою продукцию представит 83 экспонента из 21 региона России и Республики Беларусь. На площадке перед выставочным комплексом будет демонстрироваться сельхозтехника от производителей и поставщиков. В выставке примут участие фирмы и компании, занимающиеся внедрением передовых технологий выращивания картофеля, разработкой препаратов и средств защиты растений, научно-исследовательские институты и производители картофеля. Будут проведены также дегустации блюд из картофеля, дегустации кулинарных качеств лучших отечественных и зарубежных сортов картофеля. Также в ходе выставки будут подведены итоги республиканского конкурса рисунков, фотографий и подделок Телендермер Шерулми «Удивительный картофель». Уделить особое внимание экспортированию картофеля – это одна из главных задач, которые поставил Михаил Игнатьев перед организаторами выставки. Глава Чувашии также поручил городской администрации организовать доставку картофеля льготной категории граждан. На еженедельном совещании обсудили и реализацию программы «Электронное правительство». Только в прошлом году за получением государственных и муниципальных услуг обратились 190 тысяч граждан республики. И уже около 70 тысяч услуг представили гражданам в электронном виде в январе этого года. Всего же в республике к системе межведомственного электронного взаимодействия подключены 13 органов исполнительной власти, 26 муниципальных районов и городских округов и около 300 сельских поселений.